Если кому интересно будет, как снять лючок бензобака Hyundai Tucson, он здесь открывается вот таким нажатием пальца. И получается у нас, вот здесь у нас есть такое углубление. Берем отверточку, отгибаем и на себя движение. Раз, все, он снят. Так вот элементарно он снимается. Ну и также ставится. И все, вот эта часть у нас все закрывается. Также мы и ставим его обратно. Такие два пазика, четыре пазика есть. Раз, все, защелкнулся. Вот у нас, держится. И закрываем. Не нужно будет отсоединять крышку, тросик вот этот. Тут, кстати, под газ сделано вот тут рядом отверстие. Под газовую розетку. Или как горловину, как правильно сказать. И тут лючки. Ну, наверное, на современных всех, наверное, так открывается большинство машин. Это снимается лючки. Как, например, не то, что сделали на Дастере. Там такое лючище большое, блин, и он железный. И вся эта конструкция железная. Ну, тут все пластиковое, все легкое сделано. Так что так. Всем удачи. Всем пока.